Если вам больше 21, то по закону вы уже можете знакомиться с этим продуктом питания. И очень важно знать, как соотносить, как сочетать правильно алкоголь, питание, чтобы получить на выходе крепкое здоровье. И просмотрев это видео до конца, вы узнаете, почему не стоит начинать до 21 года. Также вы узнаете, что делать, если вы не удержались и начали значительно раньше. Вы узнаете признаки основные, которые показывают, что алкоголь таки попал в вашу печень и она работает плохо. Также совет эксперта, который вынужденно стал диетологом, а по профессии, основная профессия его была патологоанатом. Как вы понимаете, он видел последствия того, что люди правильно или неправильно делали в своем питании. Ну и совет такой цельный, что делать, если когда-то вы неправильно что-то делали. Итак, ну начнем по порядку. Почему не стоит начинать до 21 года? В принципе, человек рождается полностью не сформированным и формируется на протяжении всей своей жизни, а в этом ему помогает вот то самое правильное питание, потому что вы строите себя не из воздуха, не из воды, а все-таки из продуктов питания, которые, накапливая в своем организме, получаете более полноценное развитие. И тут очень важно понимать, что если в периоде развития у вас появляются различные сложности, то, конечно, полноценного развития не произойдет. Алкоголь все-таки относится к ядам, как и вся пища. Все есть яд, лечит лишь доза. Древние говорили так, и еще никто их не опроверг. Цианист и калий в определенной дозе он вредит, в большой. Ну, в семенах льна вредит меньше. Из семян яблоко, абрикос тоже вредит, но меньше. Люди едят, не умираете же вы от этого. Нет. Ну и обмен веществ не идет так, как положено. Поэтому, сами понимаете, все-таки для яда, для любого продукта питания, для любого медикамента есть эффективная доза, ради чего вы фактически их и принимаете. Поэтому пока вы полностью не развились, пока полностью не развились различные органы и системы, не стоит экспериментировать со своим здоровьем. Я бы, вы знаете, честно говоря, эти рамки безопасного начала употребления алкоголя немножечко отодвинул. И женщинам лучше начинать в 24, а мужчинам в 30 лет. Вот тут к этому периоду полноценное развитие уже закончилось. И дальше вы можете эксплуатировать свой организм так, как вы хотите. Но вы знаете, не все удерживаются в этих границах. И папа хочет побаловать ребенка пивом, чтобы он учился пить дома, а не где-то на улице. Мама ребенка побалует винцом, шампанским, когда это легкий напиток, не вопрос. Оно-то, конечно, не вопрос. Но печень, не полностью созревшая, она на это будет, конечно, реагировать по-другому. И будет нарушаться работа печени, если вы такое делали со своим организмом. Признаки, да их масса. Если вы здороваетесь с человеком, у него холодные руки, вы можете спокойно поставить ему диагноз под названием вегетососудистая дистония. А при этом у человека густая кровь, плохо работает мозг, напряжение работает сердце, очень частые сосудистые кризы. То есть достаточно много проблем. Если вы считаете, что ВСД это самостоятельный диагноз, вы ошибаетесь. Это синдром, причем который в половине случаев доказательно сопровождает патологию печени. Вы можете увидеть другие признаки проблемной печени. Например, угревую сыпь на лице. Некоторые, правда, маскируют, потому что на плечах не все показывают. Там тоже угри бывают. В любом участке кожи, на любом участке кожи может появиться угревая сыпь. Она показывает, что печень работает плохо. Очищение крови от пестицидов, гербицидов, канцерогенов полноценно не происходит. Где они будут накапливаться в вашем организме? Понимаете, почему онкология подрастает в этой ситуации? Другие признаки нарушения работы печени тоже видны. Скажем, витилиго, да. Ну, голодная кожа у человека не может полноценно вырабатывать пигмент меланин, защищать вас от патогенных излучений, различных. Вы считаете, что ультрафиолет это номер один? Да, и не единственное далеко. Есть другие излучения. Мобильные телефоны у вас есть? Wi-Fi есть? Это все излучение. И от всего этого защищает пигмент меланин. Если его не хватает,
Экология вас достает по полной программе, как и современная фактически цивилизация, потому что электромагнитных полей сейчас масса вокруг. А меланина не хватает. Если вы считаете, что это косметический дефект, замазал и все закончилось, вы ошибаетесь. Потому что вы замазали, вы скрыли от глаз людских. Излучение на вас как действовали, так и действует, причем действует еще лучше. Вы можете увидеть не только депигментацию, но и пигментные пятна. Тоже имеет значение. Если они возвышаются над поверхностью кожи, это говорит о том, что там накоплены канцерогены. Чаще их называют старческими пятнами. А в старческом возрасте, в преклонном возрасте, очень вероятно онкология. Вы понимаете, насколько это все взаимосвязано? Еще один вариант, который вы легко и просто можете увидеть, это волосы на голове, вернее их отсутствие. Как только волосы начинают выпадать чаще, это говорит о том, что либо они не имеют достаточного крови для своего питания и погибли от голода, либо плохо очищается кровь, и они погибли от интоксикации. Если вы считаете, что в этих процессах печень не принимает участие, ну, знаете, у меня есть такая книжка, что делать, если у вас есть печень. В ней многое описано о том, как правильно нужно поступать, какие условия нужно создать для печени, чтобы она работала хорошо и не беспокоила вас различными косметическими и другими дефектами, чтобы не нарушала вашу жизнедеятельность. Потому что 100% пищи, 100%, но та, которую вы обеспечили переваривание в кишечнике, не просто ввели в свой организм, а обеспечили переваривание в кишечнике, от печени зависит. Переработаются они в нужные для вас компоненты. Или уйдут, в худшем случае, просто покормите патогенную микрофлору всяких там паразитов в кишечнике и сбросите все это в канализацию. То есть вы тратите деньги на еду, а кормите ими не себя, а бактерии в кишечнике, которых сегодня достаточно много. И пока у вас печень работает плохо, увы, бактерий там будет больше, потому что самый сильный секрет, который убирает бактерии в кишечнике, самый сильный ваш антибиотик, это желчь, которая вырабатывается печенью, в которую, кстати, организм вкладывает еще кучу грязи под названием тех самых пестициды, гербициды и прочую грязь, прочую гадость, которую там современная экология подкидывает разными путями, то ли с вдыхаемым воздухом, то ли с водичкой, то ли с продуктами питания. Некоторые еще умудряются полечиться, самолечением заняться, попринимать какую-то химию на свой страх и риск. Увы, это все не улучшает работу печени, а требует, чтобы она работала интенсивно у вас и эффективно. Ну, если вы это знаете, не вопрос. А если не очень знаете, то, как вы понимаете, вы попали. Или попадаете со временем. Как еще проявляется работа печени? Да, в принципе, любой орган, любая система, если не получает правильное питание, работа нарушается. 100% питания вашего организма зависит от работы печени. Вернее, от переработки тех продуктов питания, которые вы вложили в свой организм, в нужные для ваших клеток в реальное время, круглые сутки и на протяжении всей вашей жизни. Больше того, печень дает вам еще один бонус. 70% очищения крови зависит от нее работы. Печень работает хорошо, у вас кровь более-менее чистая. Печень работает плохо, у вас в крови куча грязи, которая нарушает работу ваших органов и систем. Есть и другие признаки. Я думаю, что вам проще, мне сложно будет озвучить все 200 страниц этой книги, в которых расписано, как влияют различные компоненты вашего образа жизни на состояние печени и на все здоровье. Книгу можно заказать легко и просто. А сейчас совет эксперта. Помните, я вам сказал, да? Был у нас очень интересный эксперт, он алкоголь употреблял в разных количествах, и многие считали, что это чрезмерно. Но он на опыте своих, скажем так, ну, тех людей, которых он скрывал, он понял, как они питались и что из этого получилось. И их опыт он использовал для себя. Вы знаете, печень завещал патологоанатомическому музею. Печень не отличалась от здоровой, несмотря на обилие выпитого. Потому что он пил правильно. Сегодня, к сожалению, советов в этом направлении много. Одни советуют перед алкоголем съесть что-то жирненькое, сало, растительное масло, сливочное масло, сметану.
Другие советуют перед алкоголем употребить салатик. Вы знаете, можно было бы это делать, если бы вы были уверены в том, что у вас нет хронического панкреатита. Потому что жир в начале еды, особенно в комбинации с алкоголем, салатик в виде сырой растительной клетчатки, как правило, заправленный каким-то жиром, это, ну, раздражает печень, вернее не печень, раздражает поджелудочную сильнее, чем быка красный цвет. Вы знаете, перевести хронический панкреатит в острый легко. Выйти из острого панкреатита достаточно сложно. Потому что после того, как у вас развился острый панкреатит, вот на таком питании, у вас возникает очень интересная ситуация. Выхода в основных всего два. 15% людей выходят с диагнозом сахарный диабет второго типа. И возникает проблема. 85% скорее не выходят, их выносят. Потому что смертность от острого панкреатита 85%. И это нужно понимать. Что салат в начале трапезы, любой, как и жир в начале трапезы, особенно вкусно. Особенно если вы давно не ели. Приводит к тому, что обостряется вот тот самый панкреатит. И у вас очень приличный риск. А если вы еще добиваете поджелудочную алкоголем, то у вас нет шансов выйти без этого диагноза. Абрикосов советовал по-другому. Он понимал ошибки своих людей, тех, которых он скрывал по разным причинам. И он употреблял перед алкоголем обязательный кусок мяса. Дома проведите простой эксперимент. Возьмите котлету, разомните ее, влейте туда рюмку водки. Возьмите порцию салата, влейте туда. Процедите и посмотрите результат. Из салата у вас водка выйдет, особенно выйдет, великолепно выйдет с тем жиром. То ли вы сметаной заправите, то ли заправите каким-то растительным маслом, без разницы. И вот эта комбинация, она губительна для поджелудочной. В котлете, в тефтеле или в куске мяса, когда вы ее прожуете, он примерно такую же консистенцию приобретет. Или рыба, или птица. Алкоголь впитается, никуда не денется. И вы прекрасно должны понимать, что мясо или рыба или птица перевариваются от 4-5 часов. И пока они не переварятся, алкоголь не попадет в вашу кровь. Потому что в системе питания алкоголь, питание и здоровье есть три компонента. Некоторые считают, что нужно исключить питание. Да. И употребляют один алкоголь. Понятно? Тут легко попасть в алкоголизм, когда после первой не закусываем. После второй не закусываем, после третьей не закусываем, а после четвертой мы уже ничего не помним. Да, 200% согласен. Люди, которые относятся к алкоголю таким путем, они занимают третье, последнее место среди людей, которым нужно здоровье. Потому что эти люди фактически умирают, статистически доказано, первыми. Те люди, которые в системе алкоголя и питания, в погоне за здоровьем, абсолютно исключают алкоголь и уделяют внимание только питанию, они занимают вторую позицию по продолжительности жизни. Да, они живут больше, дольше, чем люди, которые питаются по предыдущей системе. Они получают больше здоровья, но больше это не значит лучше. И только те люди, которые относятся к алкоголю взвешенно и понимают, что алкоголь это великолепный аперитив, который улучшает пищеварение, улучшает переваривание пищи. Вы можете усилить систему пищеварения небольшой дозой алкоголя. Или соком кислого вкуса. Или каким-то бульоном, как вы понимаете, из сырья хорошего качества. Овощной бульон или там мясной бульон. Источник должен быть хороший. То вы улучшаете систему переваривания пищи. А в конце концов дистрофия, которая приводит к снижению функций разных систем или органов. Это нарушение системы питания, прежде всего. И алкоголь отдаляет дистрофию. Больше того, он растворяет врага сосуда номер один, это холестерин. Он переводит его во взвешенное состояние, не дает откладываться на стенках сосудов. И это тоже большой плюс. С точки зрения жизни клетки, если вы не используете убийственные для нее дозы, а эти дозы известны, я сейчас вам скажу, то алкоголь контролирует фермент теломеразу и не дает ей резво обрезать генетический аппарат клетки и
она живет дольше. А чем дольше живут клетки в вашем организме, тем лучше работают органы, выше уровень вашего здоровья. Вы хотите жить дольше и лучше? Вы имеете результат. Вы имеете совет. Доза безопасная, она известна. Это 40 грамм чистого алкоголя мужчине, 20 женщине. Просто у женщин, почему доза меньше? Да потому что женщины, увы, у вас в 2 раза слабее печень, как минимум. От 2 до 50 раз. Именно поэтому женский алкоголизм — это серьезная вещь, потому что женщина не чувствует удовольствия от употребления алкоголя, а печень ее страдает, будь здоров, как. Поэтому важно в этом вопросе понимать и правильно сочетать питание. Алкоголь как один из компонентов этого питания. И на выходе будете иметь крепкое и надежное здоровье. А тот хронический панкреатит, который есть у большинства людей, так и будет оставаться в состоянии хронического воспаления. И не будет переходить в острое состояние, потому что любым неразумным сочетанием продуктов питания и напитков эту ситуацию можно спровоцировать. И здоровье пострадает, потому что поджелудочная, увы, из тех органов, которые не восстанавливаются. Ее лучше беречь. Вот печень, та восстанавливается. Ей нужно просто время дать на восстановление. Это время известно. Это время от 3 до 4 месяцев. Среднее время для восстановления печени в сегодняшних условиях, при сегодняшней, скажем так, состоянии нашей экологии, образе жизни человека. И это важно понимать, что убить орган можно легко, восстановить, он восстанавливается из самых, скажем так, сложных ситуаций. Знаете, у меня были знакомые, которые погибали от стресса, хронического стресса, из-за того, что просто тромбоз сосудов развивался достаточно быстро. Они перед этим достаточно много пили. И печень была здорова, как на картинке. Поэтому мнение о том, что алкоголь в любой дозе нарушает работу печени, это миф. Любая чрезмерная доза относится любого продукта, любого напитка, относится к стрессовой нагрузке. И у каждого из них есть свой предел. Поэтому важно оставаться и понимать, что лечит только доза. И правильно использовать разные компоненты питания, в том числе алкоголь, для вашего здоровья и активного долголетия. Если вам нужно больше информации, не вопрос, контакты вы видите. Если вам нужна книжка, прочитать 200 страниц про печень, что с ней делать. Но написана книжка на уровне 7 класса школы. То есть поймет каждый, кто откроет эту книжку, что дальше нужно делать со своей печенью. Ну а я это видео буду заканчивать. С привычными вам словами, крепкого вам здоровья и разумного к нему отношения. И подумаю, какое еще видео написать на эту тему.